прорвались через сложный участок дороги. На этом, скорее всего, будет финиш. Приехали в госпиталь. Андрей, помаши ручкой. Ножки еще скажи. Maybe we rent car from Phnom Penh. This car called Phnom Penh. Mr. Chen. And ask him. Mr. Chen, can we rent a car from Phnom Penh? Да. Ну, к сожалению, сегодня закончился наш мотопробег Москва-Камбоджа, потому что в этой сухой и жаркой стране умудрились найти столько грязи, что один наш товарищ не выдержал и сильно ушиб ногу, судя по всему. Поэтому мы эвакуируемся до Пномпеня на вот такую вот самопеглую коляску. Едем в Пномпень. По хорошей дороге. Колеса мотоциклов торчат из окна. Машина, можно сказать, даже с кондиционером. Да-да. Приветливые местные жители нас сопровождают. Кто-то должен будет все это развязывать и обратно. Они же будут все это развязывать и мотоцикл спускать. Жалко, это не засняли, как они грузили. Они уехали куда-то, грузили. Уехали? Они где-то взяли помост какой-нибудь. Это настолько интимный процесс погрузки мотоцикла. Я думаю, эстакаду нашли откуда с крыши. Нет, блин. Взяли лопату.